боже, как холодно! Привет! Здравствуйте. Что это ты тут кушаешь? Здравствуйте. Я на завтрак пришла к тебе. Слушай, я очень тороплюсь и увидела тебя. Я поняла, что ты мое спасение. Так, слушай. Сенсу Димонкари Сауди Дус. Вообще. В общем. Амш пунктину, он еврей? О! Мениш бонатепер. Йоу бонатепс мерю манинг. Серйоз? Да. Я вам кажу, хто я ж ця, яку моця на то здивяться. Яку... Йоу сон, дар кита дата, що ти, я ти дефайнся, мене чо, кросан. Хоча, Марі, є ще лимонади? Лимонади, амтелес, кей натурали, ку м'єрі, гімбір. Серйоз? Да, бейш, тінса на то шешті. Дежа. Чекай, ніж найне воїн, ніж дичай фербін, тільки рдакий фрік гафар. Файн. Am spus despre campania asta, Arkebab. V-am spus data trecută, acum v-am mai spun o dată. Mai jos este un link pe care dacă îl accesați și acolo introduceți promocodul LALACAR, aveți promoție 1 plus 1 sau 1 egal cu 1. În fine, comanda voastră se dublează. Dacă ați dat comandă de un meniu, mai primiți încă unul gratis. O promoție valabilă doar pentru admiratorii sinceri a emisiunii LALACAR. Poftă mare! Detalii în link. Вайбула пьеса ста екстраординар. Хиар, форте таре плача. Ты знаешь, очень порой сложно встретить свою любовь, но еще сложнее ее удержать. Потому что, по моему мнению, вообще любые отношения – это некая работа над собой в первую очередь. Ши на доле рынд пентру релации. Ши пентру релации, да. Дар еу, ну сум про се скимбу персоане, ши ну сум про се скимбе ту инсуш, да се гасите детали, моменти, комуне, ши биненцелес, като дате треба се чидеес. Uite, despre asta o să și orgoliu te... să se dai un pic jos. Despre asta imediat o să te întreb, dar știi cum, mergem pastipenna. De la copilăria, care, din câte eu știu, tu ai făcut așa o trecere tare bruscă din Potsdam. Da. În Chișinău, în Cahul. Stai, nu, mai era Dalni Vostok, Zavitinsk. Doamne ferește, Dalni Vostok, asta e Siberia, da. Asta e sfârșitul geografiei. Gărea deoșcă. Oh my! Ты хоть что-то пить около тет гецари сюда около? Да, да, да. Еще у меня там был домашний питомец петух. И вот. Неординарный. Осталке, осталке масса у елкера петух. Петя. Только он спой петух. Остасуна в инжуратуру. Нет. У меня был петух. Да, петушок. Петушок. Да. Петя, Пасарик. Петя, петушок. Угу. Да. Pentru ce îl țineai tu? Eu țin minte că tatăl mi-a dus acasă un cocoș ca să facem zame. Ce zis, net? On bude jit nami. Da, dar eu am avut 3 sau 4 ani. 4. 4 ani spre 5. 4. Și eu am făcut o isterie mare și am spus că eu o să trăiască cu noi și eu o să am grijă de el. В общем, я привязывала к его лапке веревочку и выходила с ним гулять на улицу. И когда подходили собаки, подбегали, я топала ножкой и бью всех
Все по сторонам, да, и очень... Spune, te rog frumos, într-un final, a fost bună zama? Sau el a murit de bătrânețe? Я ca eu asta, nu țin minte, как закончился вообще весь этот, вся эта история. Și tu ai un demo de piesă, da, care încă nimeni nu l-a auzit. Da. Pentru mine asta e important. Da. Так. În премьеră, un demo de la Оля Тира. Extraordinar. Când o lansez? E că noi chiar ieri am vorbit despre chestia asta, că eu simt și muzică de genul ăsta. Uh-huh. Scriu, chiar aranjament am făcut și eu, și melodia, și cuvintele așa, знаешь, на сегодняшний день, мне кажется, знаешь, этих слов даже много в песне. Да, то, что сейчас, сейчас котируется и в тренде. Да, мы лес не Тернер ещё ушёл к пьеса аста. Да? Да, при стрику, да, не надо слова учить. Просто пой, побудь со мной. Забудь про всех, кто не с тобой. Все неважно, гата, в моменте. Версу для пьесы, да? Ярко-красная помада на губах моих, на щеках твоих. Готова делать все, что надо, ты же любишь так. Это близко к Моргенштейну. Да, экзакт. Забывая обо всем, солнце сменяет луна. Покажи мне, что ты можешь, вместе сгорим дотла. Я знаю то, что будешь со мной, что будешь со мной ты. Я знаю то, что будешь со мной ты, что будешь со мной ты. Я, ты знаешь, я вообще очень часто танцую в машине. Я всегда танцую в машине. Ну вот так, как могу. Я как? Танцую как могу, как могу. Но, как ножкой могу. На газ, ножкой на тормоз. Хорошо, что ножкой не на капот. Экзакт. Пьеса эта очень таре, очень таре мне фаши пофти де танцуешь. Мы дуся минти периода эта, когда нишим. Тусим, да, ну. Все закончилось, acasă. Старость, не радость. Acasă. Ну, я не despre asta, я despre perioada în care ne aflăm. День дума. Ты знаешь, что я делаю иногда? Mm. Ну, иногда часто. Mm. Я врубаю наушники, mm-hmm. крутую вайбовую музыку. Сейчас меня, кстати, тянет на такие афро-ритмы. Мне нравится Black Coffee. Такой формат музыки, если я включаю, и я могу просто улететь в другую реальность, и я танцую и повышаю свою энергию. Foarte frumos. Танцую, пою, готовлю. Am impresia că revenim la коучинг despre energie interioară. Ну, стой, стой, стой. Это тоже важно. Внутренний поток, кстати. Хочешь поговорить об этом? Ну, я вроде ворубеск despre cum arăți tu, dacă îmi permiți, pentru că eu am văzut clipul ăsta. Aha. Unde tu arăți acolo bestial. Nu, bun, de fapt și întotdeauna tu arăți bestial. Întrebarea mea, tu dormi cumva la... холодильнике. Nu, am zis la sala de fitness. Nu, eu nu dorm la sala de fitness. Mulțumesc părinților și Dumnezeului. Aha. Că sunt așa cum sunt. Genetic. Genetic. Deci tu nu faci tare mare efort ca să te menții în formă. Dar eu fac efort. Fără efort, nu poți să te menții în formă. Și totuși trebuie să mănânci sănătos, clear mind, понимаешь, uh-huh. потому что от наших мыслей тоже зависит все, ну, структура Aşa, нашего exact, тела, exact. Стрессы, какие-то комплексы и так далее, это все приводит к набору веса, ну в общем, tu, и к болезням. Ты очень субтильно, фиекаре întrebare и фиекаре субъект îl duci în albia ta de discuții, și anume психологии. Dar eu am să deviez de fiecare dată, crede-mă, la cât de bine arăți. Ți s-a propus vreodată, sau poate ai făcut, nu știu, eu n-am văzut. Ședință foto nude? Da. Sigur că da. Prima mea ședință foto a fost în 25 de ani, dar
Să știi că până la 23 de ani, atunci când am auzeam cuvântul sex, eu mă rășeam. Până la cât? Până la aproape de 25. 25? Da, ну вот какое-то это очень интимное для меня, понимаешь? Вот все это было. Stai să calculezi. Niște calcule simple, dați-mi voie că la mine mozgul ăla greu calculează. Așa, 25. Da. 23, nu, 25. Ну да, 23, 25. Примерно. И в 25 я согласилась. Я узнала, что это такое. Нет. Дай потом шею. Блин, капает. Успею. Давай. Never come back, run away with all your might. Give up your. I don't believe anymore your shadow heart. Nobody's you. Just to play the streak, never forgive you, not for anything. Now you are left with nothing. Oh, I forget, let me breathe, let me leave. Just run away from my mind. Oh, I forget, I don't need, I won't breathe. Just get away from my life. Woohoo! Шакума. И сейчас бурные аплодисменты. Thank you, Euro! Mi-aduc aminte și acum mi-aduc aminte make-up-ul tău de pe scenă extraordinar. Asta eu singură am făcut. Serios? Serios! Da, этот образ я придумала себе сама. Wow. Я помню, тогда был, ну, когда еще у нас преселекция была, у меня был длинный волос. А, на первый полуфинал я себе сделала прическу такую странную. У меня была каре. Я постриглась под каре. Или нет, или длинный волос, короче, не помню. Хорошо. Но, да, потом у меня было каре, я себе сделала такую странную прическу, а к Евровидению я просто выбрила себе висок, и у меня вот такая Шицори была. Шицори ушит, что просто экстраординар. И вот этот вот макияж был, я помню, я где-то увидела, кажется, с коллекции какого-то бренда, мне так запало, я думаю, блин, это так круто, форти это так эксцентрик, мне нравится. Форти эксцентрик, да, форти дисчен, сигуранца. Вот, и мой макияж я себе делала сама, конечно. Что то ж, кто-то фумусеться шоул карафост, результат у фос карафост. Вопрос мой есть, что не езжу в Молдовию, чтобы сажунг в топ. В топ, в смысле топу топорило. Блин, ну ты же должен понимать, это политизированный конкурс. О чем ты говоришь? Ага. В тот год, когда мы участвовали, выиграла Германия. Лена. Это была единственная страна, которая могла принять на следующий год Евровидение, потому что, ты помнишь, был кризис, да? Греция, там все, ну, много стран были в полной... Да. И, в принципе, Германия была той страной, которая могла принять Евровидение. Также у Лены было много фанатов с другой индустрии, понимаешь? Подожди. Ты что, не да, гата, я вот. Сами, я вам возу, там возу фильм Никудинса, да. Серьезно? Вышли шлю. Вышли шлю. Ты это видел? Посмотри-ка. Птички летели на нас. Посмотри-ка. Ламини один капоты, если посмотрели. Ай, такой классный эффект. Каут, каут ванны. Fix Cantina.
Acum și mi-aduc aminte de piesa asta, clipul filmat pe iPhone asta, știu? Da. Production iubesc. Ala Donțo a filmat acest video. Asta, Ala chiar a filmat. Ia ține iPhone-ul în mână și... De măi să-ți fac un TikTok. Ah, dar atunci nu era TikTok. Să-ți fac un story pe Instagram și încolo s-o prind clip. Chiar noi... Ala de mult a vrut să facă un videoclip pe iPhone. V-ați avut o colaborare cu Apple? Nu. Кстати. Апропо. Кстати, о птичках, которые вылетели у тебя из-под капота. Дежа. Легасаш лахенчешти. Да. На самом деле, вот в чем прелесть американского, ну или зарубежного шоу-бизнеса, то, что они делают вот такие многие коллаборейшн. Эксперименты 12, да, да. Да, у нас как-то так все это. Все сами, да сами. Привыкли мы, знаешь, такие, мы сильные, мы справимся. Фикска. Фикска. Тине. Фикскум. Туш. Фикскум лалакар. Мы сами. Мы сами. Надо заканчивать с этим. Да я вам просто тебе треба диспри алчинева, диспри приятенул тău, фамилия та, как его кема? Фунтик? Фунтик. Да. Следующий вопрос. Ам înțeles. Серьез? Eu sunt divorțată deja 4 ani. А, подожди, а кто это Фунтик? Я вообще не знаю, у меня вопрос. А Фунтик это наш совместный песик, который нам подарили на свадьбу, но он остался с Романом. Все, он залез. Мэй, да почему ты не хочешь? Деши ты не врешь, ворбеш диспрас, а потому что я один, ты что, вот Роман на релации буни? Я, ну, в этот сенс, Романем на релации ря, потому что остался фост у перевода эти темп, я сам функционирую, потому что че фост, а фост мульти моменты грели, дарши моменты фумасе. Chiar eu mulțumesc pe Roman pentru această perioadă de timp, dar acum nu prea comunicăm, dar suntem într-o relație ok, normal. Ați lăsat loc de bună ziua? Da, sigur că da. Eu вообще не понимаю этих моментов, когда там люди разбегаются и все, враги. Păi depinde de motiv, depinde de motivul din care разбежались. Опять же таки, это про то, что, знаешь, есть такое словосочетание «радикальное прощение». Я, кстати, читаю книгу сейчас. Так она и называется, радикальное прощение. Иртари радикала, да, к истрадущим романы. Да, это не Atunci... обычное прощение, когда ты типа думаешь, ну окей, я его прощу, потому Aşa. Что так правильно, так написано там в ветхом, ну в общем. А радикальное прощение, это когда ты искренне от чистого сердца понимаешь, что этот человек не хотел тебе причинить зла, а он просто являлся тем инструментом, скажем так, инструментом, да, через которого... Тебе была дана данная ситуация, которая тебе была нужна, нужна твоей душе, для того, чтобы стать сильнее, для того, чтобы проработать, ну, то, что я говорила ранее. Doamne, это все очень глубоко. Я говорю, что скузенка, но мам гэндит. Да, это его скузы экстраординарные. Да, я рожди, пенди, кому-то все тезен кап. Да, и вообще вот момент радикального прощения о том, чтобы не обижаться на человека, а быть ему благодарным за тот опыт, который он тебе дал. Завтра я полюблю тебя снова. У нас такая игра. Посмотри на этот мир сейчас. Все бесконечно ново. Серьезно? Внутри, да, меня. В мире, где ты и я. Есть же разные миры. Падают с неба звезды. Рушатся города. Голова и нос без пи. Города. Но не бывает поздно. Там, где живет любовь. В мире. В мире, где ты и я. Сейчас там плащ. В мире, где ты и я. Если ж море. И это море. Высота. Где ты и я, на повторе наше лето. У меня аж мурашки. Красота, какая красота. Вот эта песня моего прошлого года. Какая красота вообще, вы ее не замечали? Какая красота. Да, есть мурашки, есть, есть. Да, да, не сыпайте пьеля гаина. De la piesa asta, în sfârșit am ajuns să-mi plâng, da, sincer, 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 eu...
te duci și undeva piața asta, te duci foarte departe. Super, da? Păcat că Slavolan, pentru că... Надо жить у моря, мама, надо жить у моря. Da, mama. Cândva o să stăm la mare. Oi, da. Nu ne amintim. Деджаба пьеса стоит на плейлисте нашего. Ты знаешь, она меня настолько олицетворяет, эта песня. Диспре аста врёсу ворбес. Zero Doi. Если бы мне такую песню написали на Евровидении, я бы тоже победила. Я вот аж вспомнил, чувак. Если бы у тебя была Пуцулика, вот ты бы победила так. А так у тебя только Пасарика. Да, без... Как ты сказал, Пуцулики сложно сегодня. Мэй, Zero Doi, да? Февруарь. Zero Doi февруарь. Zero Doi, Zero Doi, Doi, Zero Doi, Zero. Este ziua în care tu ai... Am făcut concert solo. Rise Like a Phoenix. Yes. E ziua în care tu ai renăscut. Și a lansat un proiect nou. Exact. Proiectul ăsta a fost un vis de mult. Pentru că eu am simțit că eu... Aș vrea un concert mult mai mult decât pur și simplu piese, așa. Dansuri și așa uh-huh, mai departe, uh-huh. Dar despre valori. Eu am citit și poeziile mele despre valori, despre uh-huh, transformare, uh-huh. Despre ceea ce simt eu. Eu am cântat multe piese nou scrise, deci în premieră. Uh-huh, uh-huh. Și a fost și piesa aceasta, am cântat cover-ul ăsta. Pentru că, într-adevăr, mă reprezintă și, într-adevăr, eu simt că în această perioadă de 4 ani, de acest drum lung, dar atât de important, eu am trecut într-o altă stare. Uh-huh, uh-huh. Să fiu mai sinceră cu mine, să fac ceea ce vreau, в общем, не изменять себе. Întrebarea este, tu ai găsit răspuns la expresia «кто я»? Sigur, da. Dar e cu semnul întrebări? Кто я? Нет, это утверждающие. Аша, аффирмации. Кто я? И что самое главное, для меня еще был такой момент. Мои родители очень давно, они общаются. И ты знаешь, я вообще заплачу. Хух. Дискаркате. Да. В машине осталось под сфащи врей, инклюзив ты дискарш. Эмоционал. Я очень долгое время не могла принять то, что мои родители развелись. Многие моменты, знаешь, блин, детские моменты, мне кажется, многие через это проходят. Но путь до этого концерта я проделала огромную работу, чтобы простить своих родителей, потому что, ну, как бы, ну, вот так сложилось, они ни в чем не виноваты, ни я ни в чем не виновата. Вот радикальное прощение. Радикальное прощение. Мне это очень сложно давалось. Действительно, у меня была большая ломка в этом плане. Но... На этот концерт прилетела моя мама с Истамбула, мой папа приехал с Флореш, прилетела моя сестра с Кипра, были все мои родственники, мама с папой сидели рядом. Ты просто... Да, и когда все было в гармонии... Не выводи меня на эмоции! Я вообще молчу!
Оля, повістеште. Да. Я... Хух. Да, поняла урмы. Я знаю, что хочу сказать. А. Сейчас, секунду. Давай, давай. Папа, мам. Я вас очень сильно люблю. И... Я искренне благодарна за все, что вы мне дали. И даже за то, что не дали. Спасибо вам за то, какая я есть сегодня. А ты? Я говорю, моему внутреннему спустя миг. Дінтро є місіоні. Хей-хей-хей, ха-ха-ха, оу, run away. Noi am avut o emisiune și o discuție foarte, foarte sentimentală în care și eu, Oleacă, m-am răscolit aici, așa că îți mulțumesc foarte mult. Și eu îți pentru mulțumesc prezență. Mult. Și like, dislike, все принимает. Все принимает. Все принимает. Даже дизлайк тоже хорошо. Оля мы вот так с ерт некондиционат, и с ерт радикал, аж как суфит ертац, и я тот, и Оля, что. Мы любим. Мы любим.